Телеканал КРТ представляє. А пока, поскольку господин Артем Сытник, он обделен орденами и медалями в борьбе с коррупцией, мы решили сделать такое пронунциаменто и вручить ему виртуальный орден имени Борислава Соломоновича Розенблата. Это чисто персональная янтарная премия. Почему янтарная? От Бори Янтарного. Ну, потому что, когда Набу вместе с Луценко сняли кино про Борислава Соломоновича Розенблата, он там барыжил янтарем, ну, судя по этому кино. Вот. Плюс, мы же на него потратили столько оперативников, его снимали с самолета с бриллиантами, помните? На него потратили целого агенту Катю, которая там с ним бухала вино и разводила. Нет. Это была дуже гучная история. Он разводил ее на зеленые бумажки, да. И это было дело века, понимаете? Сам Луценко шепелявый, кстати, они оба шепелявые, это заговор против Украины. Сам Луценко пришел Розенблата снимать с него прикосновенность, и это дело закончилось чем? Грандиозным выбросом воздуха в нижние слои атмосферы со стороны Набу. Вся суть существования вот этого Набу и их детективов упирается вот в Борислава Соломоновича. У него есть фонд благотворительной родины Розенблата. Я сегодня туда позвоню, и он Сытнику выпишет еще одну премию. Чи є змога у Набу притягати до відповідальності от таких корупціонерів? Есть у Набу у нас две проблемы. Это, во-первых, низкая квалификация. Я помню, когда конкурс НАБУ проходил, и показывали по телевизору вот эти тесты, и сидит такая девочка, я не шовинист, конечно, но она такая сидит и говорит, я ловила коррупционеров в Генеральной прокуратуре, а теперь я иду ловить их в НАБУ. Знаете, ну, во-первых, низкий квалификационный уровень, потому что у нас же съедает все непотизм, кумовство. И ты попадаешь служить, работать, только если у тебя есть хорошие связи. Туда идут там любовницы, любовники, девочки, мальчики, сыновья, кумовья, с которых ты уже не можешь требовать ничего, потому что он позвонит папе в Нацбанке, скажет, папа, меня обижают, тут работать заставляют. Это раз. Во-вторых, это потеря суверенитета. И НАБУ создавалось не как орган, чтобы победить коррупцию. Зачем? Нашей метрополии интересно, чтобы здесь была коррупция, потому что это крючок, на который можно посадить любого чиновника. Деньги же он вывозит к ним, в Америку, в Европу. Его можно посадить на крючок, наработать материал и всегда его держать за ФБРЖ. И когда он не хочет за землю голосовать, да, говорит, я не буду голосовать за землю, тут раз, раз за ФБРЖ, раз, и кнопки давят, аж пар идет.